Стою у входа в рай, где-то с краю. Мне здесь явно не рады. Стоит судья весь в белом одеянии. Я на себе его поймала взгляд. Судья подал сигнал кому-то справа. Тот вынул ключ в ответ, ему кивая. Неспешно подошел к дверям от рая и безмятежно запер навсегда. Спиралью вниз по лестнице крутой. Огонь искрит, пылает подо мной. И слышится чей-то вой. Я не знаю, кто это такой. Встречают то ли люди, то ли звери. Я вспоминаю те святые двери. Мне ясен стал вес моей потери. Наверное, таков выбор мой. Стоит судья весь в черном одеянии, а я узнала тот же взгляд, и кажется, меня предали, но нет уже пути назад. Мы обездвиженно стояли. Не сказать, что это как-то ранит, но я бы предпочла бы путь иной.